продовжуємо далі спілкуватися з нашими гостями. Ну і зараз на наші квадратні телеметри стане набагато гарніше. Чому? Тому що тут не два чоловіка, а красива дівчина Наташа Нафі, блогер. Доброго ранку вам. Ну, розкажіть, будь ласка, Наташа, у котру годину прокидається блогер зазвичай? Б'юті-блогер, особливо блогер. Важливо підкреслити. Добре утро, всім добре утро. Просипаюся я в 7 утра, тому що у мене ребенок просипається в школу. Mm-hmm. Я як обична мама. Помимо того, що я блогер, я все-таки ще мама. Вот. Вона ходить в школу, я можу дозволити собі немножко поспати. Mm-hmm. А тепер може і секрет, який да. не знаємо. Ну, якщо є можливість. Но обычно, в принципі, я встаю з дітьми і вже збираюсь на презентацію, либо знімати відеоролик, либо ще по каким-то ділам. Mm-hmm. Ось хочеться все ж таки запитати, як ви прийшли до життя такого блогерського. Тим більше, як відомо, Наташа Нафі, вона стала блогером, б'юті-блогеркою ще до того, як це було мейнстрімом, як то кажуть. Наскільки ми розуміємо, майже 10 років вже вашому влогу ще тоді. І слова такого особливо не було у вжитку, як влог, як саме блог, як елемент відео-еквіваленту. І ваш YouTube-влог взагалі коли з'явився? І чому все ж таки ви розпочали це робити, коли на наших теренах ще мало хто взагалі про це знав? Да, мой блог появился, когда профессии, на данный момент уже все-таки блогеров признают, профессионалами. Uh-huh. На тот момент никто не знал практически, что такое блогер. Когда я начала снимать видео, это было около 9 лет назад. То есть я одна из первых, кто начинал русскоязычный YouTube из бьюти. Нас было немного. И это была такая волна. Все начинали смотреть видео. И действительно, я начинала... Глядя на американских блогеров, я смотрела их видеоролики, я смотрела, как они делают макияжи. И потом совершенно случайно я наткнулась на буквально несколько русскоязычных девочек. Думаю, ну мне же тоже хочется поделиться. Я так люблю делать макияж, я тоже хочу рассказать. Я тоже хочу рассказать о своих покупках. И тогда, когда я говорила своим подругам, я блогер, они мне так у виска крутили, говорили, кто? Чем ты вообще занимаешься? Естественно, у меня тогда еще была другая профессия, я работала, но я уже была увлечена процессом. И на тот момент это было действительно хобби. Сейчас все блогеры, да, и все изначально интересуются, сколько блогер зарабатывает, и становятся блогерами, чтобы зарабатывать деньги. На тот момент это было исключительно хобби, и мне хотелось просто проявить себя. То есть это было творческое проявление. Я скучаю немного по тому времени, чесно вам признаюсь. Ну а тепер це можна вже сказати, що це повноцінна, стабільна як робота, процес, те, що відео треба з певною періодичністю додавати, постати, і це приносить дохід зрештою, тому що багато хто мріє і все ж таки хочеться ось цю відповідь отримати. Да, конечно, на даний момент це моя робота. И если делать эту работу качественно и регулярно, то на другие какие-то профессии уже времени не остается. Поэтому, да, все ушло на второй план, и я занимаюсь блогерской деятельностью. Монетизується ця праця таким чином, що в вас є рекламодавці, так? Да, конечно. З рекламодавцями ще є якісь шляхи, як помогти? Первое – это монетизация видео на YouTube, то есть, собственно, сама реклама. От просмотра рекламы мы зарабатываем деньги. Это небольшие деньги, все зависит от просмотров видео. В среднем блогер может получать от $200 и до 1000. То есть, смотря какой масштаб. Це за наприклад, так? Там якісь это в месяц. Це в місяць, так, від певної кількості там відео, наприклад, якщо там, не знаю, з десяток, так, все в середньому. Ну, щоб глядачі розуміли. Якщо ви влогер, наприклад, ви знімаєте відео кожен день, і вони набирають
больше там 100 тысяч просмотров, то эти люди живут очень хорошо. Поверьте, они себя чувствуют очень-очень комфортно. А основні теми, які ви розкриваєте у своєму б'юті-блозі, що це, про що ви розповідаєте там? Я начинала как б'юті-блогер, но со временем я трансформировалась в лайф-блогера. Мне интересно затрагивать все сферы жизни. Это моя жизнь, потому что она стала интересовать моих зрителей. Я раньше снимала исключительно бьюти-видео, но со временем у людей появился запрос на все-таки какие-то более жизненные ролики, и важно прислушиваться к своему зрителю, показывать то, что люди все-таки хотят видеть, хотя бы немножечко приоткрывать завесу. Поэтому я стала снимать видео о жизни. Мой инстаграм, он больше бьюти, а канал превратился в такой лайф. Путешествия меня очень интересуют, поэтому там много всего. И бьюти-тематика, она все равно остается лейтмотивом. То есть я интегрирую косметические средства, услуги в свои лайф-видео. Потому что это часть неотъемлемая, наверное, каждой женщины, каждой девушки. Як родина ставиться до того, що ще й такі внутрішні вже сімейні справи теж виносяться на загальну картину для широкого загалу? Ось там як це там батьки, там коханий, дитина, теж як всі ставляться? Ви знаєте, дуже довго час, наверное, вот моя мама, вона взагалі не розуміла, чим я займаюся. Вона говорила: "Ну когда ти устроишься на роботу?" Я говорю: "Мам, я работаю." Ну, сейчас она уже понимает, что все-таки это профессия и видит результаты. Конечно, моя семья гордится мной. Дети, я думаю, они просто привыкли, и для них это само собой происходящее действие. Дитинство, да, малышка, так это же частина. Да, там, если я снимаю видео, слышу, дверь открывается, и я только там тихо я снимаю видео, и на цыпочках заходят, тихонечко не двигаются, пока я не сниму, там, не досниму ролик. Ну, то есть все привыкли, все понимают вообще, что происходит. Но я хочу сказать, что я все-таки дозированно показываю личную жизнь. Я какое-то время показывала много детей своих, потому что они, ну, детская молодежь, да, больше смотрит ролики. И видео, например, с моей старшей дочерью, это там преображение в там, окрашивание волос, они набирают миллионы просмотров. Но это очень большой негатив, потому что, к сожалению, у нас люди не привыкли фильтровать то, что они пишут, а молодежь, она вообще очень обозленная. Поэтому моя дочка, она так закрылась от этого, и она не хочет сниматься. Тобто ось така популярність, така, відповідно, це кількість і фанатів, і певних, ну, хейтерів в лапках, як їх називають, тому що, ну, люди думають, якщо це інтернет, то там, мовляв, можна писати те, чого вони ніколи не зможуть сказати в житті. Тобто такий бік теж є сторона влогерського життя. Так, звісно, хейтерів дуже багато, коментарів дуже багато, обговорюють на сторонніх сайтах і іноді собі узнаєш дуже багато цікавого. Такое, что думаешь, какая фантазия у людей крутая. Вот. Поэтому ну, я выдаю личную жизнь, но очень дозированно. Не нужно вываливать все на показ. Хотя есть блоги, я их не осуждаю, даже иногда посматриваю, когда люди вот все, что вижу, то и пою. Ну, наверное, это сейчас тот формат, который нравится людям. Людям надоела идеальная картинка. Был, когда начинался YouTube, вообще как бы речь не шла о идеальном свете, о постановках. И, ну, все было, люди еще щупали, учились снимать и монтировать. Потом был запрос у аудитории на идеальную картинку. То есть бьюти-блогер, он должен был сидеть в красивом антураже, идеальный свет, идеальный вид, макияж. На данный момент такой формат сошел немножечко на нет, и люди хотят видеть вот абсолютно, если они хотят видеть меня, они хотят видеть настоящую Наташу, они хотят видеть во мне, например, такого же человека, простого, с недостатками, с какими-то неудачами. Ведь идеальная картинка, которую сейчас очень многие пытаются пропагандировать, она приводит тоже к очень сложным ситуациям у людей, потому что люди сравнивают себя с блогерами, с инфлюенсерами, и когда они видят только идеально, что все идеально, люди все время на Мальдивах, у них все прекрасно, у них идеальная семья, у них нет скандалов, у них нет разводов. И тогда люди начинают депрессировать, потому что у них-то не так. А на самом деле у всех бывают разные взлеты и падения. Безумовно, так, поэтому мне кажется, что честнее говорить
у різних моментах в своїй житті. Тобто треба фільтрувати. Треба фільтрувати. Так, слухайте, ну, я коли з чимось знайомлюсь, хочу це побачити на власні очі. І в нас є невеличний ролик про ваш блог. Давайте його переглянемо. Так, ну що ж, ми побачили, що ви охопили не тільки б'юті-сферу, а ви вже і подорожуєте, розповідаєте про ваші пригоди та таке інше. Тревел-влог повноцінний, така краса. Хочеться вдохновлять, так? Чи можете ви побажати нашим глядачам три якихось, так би мовити, як поради, поради так, три власне. Поради? Для того, щоб вони не боялися, якщо вони хочуть робити щось нове, так само, як і ви. Знімати відео. Так. Да? Ну, в першу чергу, потрібно не боятися це зробити, зробити перший шаг. І зачастую поступають такі питання, запроси, да, в космос блогерам. Я хочу почати знімати, але я не знаю, що знімати, з чого. От ви определитесь з тематикою. И у вас не должно возникать этого вопроса, а что снять? Если вы думаете над темами, вы еще не знаете, щупаете какие-то там отрасли, сферы, да, что вы хотели бы затронуть, возможно, вы еще не готовы. Потому что, когда я начинала, я четко знала, что я хочу, и меня распирало изнутри. Мне не хватало времени, чтобы охватить все, что я хочу показать, все, что я хочу рассказать. Наверное, вот этим нужно гореть, это нужно любить. И ну, это такое своего рода телевидение. Да? Ты актер, ты режиссер, ты сценарист. Когда в вас это все соединяется, наверное, не возникает этих вот вопросов. Вы почувствуете просто, когда вы будете готовы. Просто не бояться словить вот эту творческую волну, ну и, конечно, следить за какими-то волнами, трендами, да, что сейчас интересно, потому что очень много блогеров, и очень сложно удержаться на плаву и быть, как говорится, в строю. Ось на фінал хочу таке психологічне питання, ваше ставлення. Ми вже визначилися, що є багато приємних коментарів, є і неприємні. Це нормальний бік слави, справді вже можна про це говорити, що в вашому випадку, вашого влога є свій і свої хейтери, і своїх фанатів значно більше. Ваше ставлення взагалі до того, що в нас сьогодні кожен другий влогер, тому що ти маєш гаджет, ти маєш там Інстаграм, Ютуб, і ось справді люди не знають, чого вони хочуть, але вони там просто, ну даруйте за вираз, іноді тупо знімають все, що я бачу, незалежно від віку, від тематики, просто ось так каша. Ну, це нормальний процес, данина ось моді і часу нашому. Чи вас все ж таки це якось чіпляло? Тому що ви починали ще тоді, вкладалися, як ви сказали, всю душу. У вас була купа ідей, концепт. І тут є люди, які ось так просто так купа знімають. Ми також вкладаємо всю душу. Ми також це не про тебе було більше, на твоїх. Ви знаєте, я абсолютно уверена, що це неотъемлемая часть нашей современности, нашего времени. У нас есть интернет, у нас есть гаджет, у нас есть возможности самовыражаться, и это очень хорошо. Клас. Да так по-дипломатичному, дуже позитивно в нас завершила цю розмову. Дуже дякуємо. Наташа Нафі з нами була, блогер. Шукайте на Ютубі, в Інста обов'язково, ну і будьте як надалі з Київським ранком.